Добрый день, дорогие друзья! А у нас вот здесь уже такая привычная картина, когда лев из молодого прайда буквально прилип к вольеру Казановы, а вернее к его львицам-красавицам у этого молодого льва большой интерес. И он здесь постоянно крутится, влюбился в этих красоток. Но, судя по тому, что Казанова тоже возле забора, его это не особо радует. Хотя он, конечно же, очень умный, очень опытный лев и понимает, что через ограждение этот молодой парень ему не угроза и не конкурент, но тем не менее некая вот такая вот ревность присутствует. Вот, друзья, мы с вами видим, что обычная такая картина умиротворения. Львы расслабленные и каждый занят кто чем, но в основном, конечно, своим любимым занятием — это поспать. Ну а как все кошачьи, тоже кто-то и любит поумываться, прихорошиться, как вот эта вот красоточка. Они знают, что у них кавалер один и очень привередливый, поэтому вот все держат себя в порядке, в хорошей форме, чтобы завоевать или привлечь внимание главы этого прайда. Вот они, конечно, здесь молодцы, живут дружно, не ссорятся. И по их такому расслабленному состоянию видно, что Казанова, как глава прайда, сумел здесь создать нормальную обстановку, без нервоза, без суеты. И хотя он уже и очень пожилой, но у него хватает его мужской силы, чтобы уделять внимание всем львицам. И вы знаете, тут ведь не только дело в возможностях, так сказать, физических организма, потому что некоторые львы как бы физически не слабее Казанова, может быть, даже в лучшей форме, но они вот в плане ухаживаний, это, наверное, не только у львов, но и у людей, как-то более такие пассивные, ленивые. А у Казановы хватает интереса, энергии, вот этот огонек в нем такой любвеобильности не гаснет, и он уделяет не только, так сказать, внимание соитию со львицами, но и таким вот знаком внимания, как истинный джентльмен ухаживает. Сейчас, конечно, ему это особо как бы и не нужно, а вот в прошлом сезоне я помню, как он буквально добивался своим упорством, своим таким вот вниманием львиц, и в этом плане, конечно, он большой мастер. Что ж, друзья, вот такая вот обстановочка в этом прайде. Молодому, конечно, можно посочувствовать, что у него любовь, разделенная забором. Но ничего, будет и на его праздник. У Казановы тоже не всегда была такая лафа. Все меняется, и порой, конечно же, в лучшую сторону. Что ж, друзья, всем большой привет!
из вольера Казановы.